Всем привет! С вами канал Артмания, и сегодня у нас с вами видеообзор на вот такой необыкновенный сок. Сок у нас добрый, бодрый цитрус называется, из натуральных фруктов. В этом соке, смотри, все цитрусовые. Апельсин, которого должно быть много, лайм, лимон, грейпфрут, мандарин. То есть вот все, представляете, в одном соке. Очень интересно, кстати. Богат витамином С, без консервантов, без красителей. Так, тут что у нас написано? Такой вот там purity код есть. И вот тут есть состав. С 3 лет детям уже можно. Так, состав. Нажмите стоп и прочитайте, кому нужно. Вот. Ну, давайте сейчас я. Еще заодно тоже прочту. Так, состав. Апельсиновый сок, мандариновый сок, грейпфрутовый сок, сок из лимона, сок из лайма, сахар, регулятор кислотности, лимонная кислота и вода. Кстати, довольно хороший состав. Очень даже хороший. И давайте с вами его попробуем. Опа! Ура! Я его открыла. Кстати, я очень с трудом его закрыла. Ощущение было, как будто она не закрывается, какая-то прям крышка. Но я открыла, кстати, я тоже с трудом. Так, наш сок с вами. Смотрите, он похож на апельсиновый полностью. Прям по цвету, как апельсин. Пахнет, кстати, и апельсином, и грейпфруктом. Ну, как-то вот, в принципе, как тут и на картинке, все вместе. И давайте же с вами попробуем его. На вкус, как будто, знаете, апельсиновый. Сильно прям такой апельсиновый с лимоном. И как будто добавлен туда то ли груша, то ли персик. Какой-то вот привкус такой присутствует. Ну, чувствую, что есть апельсин, лимон, грейпфрут, возможно. Чуть-чуть такие нотки есть. Ну, может быть, лайм там такая вонючесть немножко с мандарином. Или виноград, может быть, чуть-чуть аромат. Ну да, мандарины немножечко есть аромат. Но вкусно, кстати. Очень такой необыкновенный вкус. Не просто там, как обычный апельсин. Апельсин плюс яблоко. Там, ну, яблочный сок всегда добавляют везде. Яблок же у нас навалом в мире. В России, вернее. Ну, вкусный такой, необыкновенный. Мне понравился. И самое главное, смотрите, то есть добрый, да, и большая пачка. Огромная пачка. Здесь, наверное, 2 литра. Да, 2 литра здесь. То есть прям 2 литра, не там, не 100, там, ну да, не литр, там 850, например, как бывает. Соки добрые, вообще они очень дешевые довольно, и их много, то есть литрами. Такой, знаете, прям сладкий, он не приторный, кстати, сладкий-сладкий такой. Цитрусовый, такой прям обалденный вкус, мне понравился очень. И картиночка вот эта мне очень нравится. И сам сок очень вкусный для тех, как раз, кто любит цитрусовые соки. Вот прям будет обалденно. Очень-очень вкусно, безумно. Буду еще покупать. Если попробовали, обязательно в комментариях напишите свой отзыв. Как вам понравилось или нет. Чем понравилось, чем не понравилось. Также смотрите обзоры на другие продукты. У нас есть сок малиновый в обзорах. Также у нас обзоры на шоколадки, разные, на вкусняшки, на консервы. И там очень-очень много всего интересного. Обзоры на технику, влоги. Обязательно смотрите. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И всем пока-пока.